Динамовцы провели утреннюю раскатку в Риге. Для некоторых игроков команды этот матч наверняка будет особенным. Многое связывает с латвийским хоккеем двух легионеров – Мартинша Карсумса и Каспарса Даугавинша. Латвийские корни и у двух представителей тренерского штаба. Здесь, в Риге, играл не только главный тренер Харрис Виталинш, но и его ассистент Виктор Игнатьев. Но перед матчем любой хоккейный бэкграунд, как правило, уходит на второй план. Важно выходить и побеждать, тем более, что Рига традиционно неудобный соперник. Уже как-то испокон не веков, а как ХЛ, Рига – это просто неудобный соперник для нас. У нас всегда выиграем, проиграем, выиграем, проиграем. «Динамо» проводит уже третий и заключительный матч выездной серии, но после поединка в Санкт-Петербурге команда успела заехать домой и провести тренировку в Новогорске. Так что к матчу в Риге «Динамосы» подходят в хорошем состоянии.